С 10 июля оператор безналичной оплаты проезда ЕТК вводит ограничения в оплате с помощью бесконтактной банковской карты. Она носит временный характер. Специалисты будут разбираться, почему иногда происходит двойное списание средств. Жалобы стали поступать от чебоксарцев. Платим за одну поездку, а списывается в два раза больше, говорят они. Напомним, что с 14 ноября прошлого года у жителей города появилась возможность оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской карты. Отметим, что стоимость проезда такая же, как при оплате карты ЕТК. Только в этом случае средства за поездки списываются немного позднее. Но в последнее время чебоксарцы стали часто жаловаться не только на позднее, но и двойное списание денежных средств с банковской карты. В связи с большим количеством жалоб ЕТК ввел временное ограничение в одну поездку в течение 10 минут на одном транспортном средстве. По их словам, данная мера является вынужденной до решения проблемы.